Jack in the Box Films, Casa Films, и Kite Films представляют. Производство Jack in the Box Films при сотрудничестве с компаниями Casa Films и Kite Films. Тогда решено. О'Коннеллы собирают голоса на востоке. О'Доннеллы на западе. И я бы хотел представить Джимми. Он вышел после 6 месяцев заключения и с тех пор работает на нас в Англии. Спасибо, Джерри. Но можно без представлений. Итак, я тебя знаю. Прости? Ты разделался с нашим близким другом, Коннором. Причем очень некрасиво. Коннором? Коннор МакГоверн. Раньше он сидел на твоем месте. То и дело втирал никому не нужную хрень. Только он преданный и свой. Но ты в тюрьме избил его. Как шавку дворовую. Патрик, ты неправильно понял. Тихо. Пусть сам ответит. Что скажешь в оправдание? Извини. Но он сам... Тебе смешно? Тогда начнем еще разок. Что скажешь в оправдание? Мне очень жаль, но он покусился на мои дела. Его дела — это мои дела. И встань, когда со мной говоришь. Встань! Чарли! Послушай, Ниф, вам придется залезть под кровать. Майкл, сынок, оставь в покое игрушку. Полезай, не бойся. Смотри за братом, Ниф. Будьте здесь и даже не смейте вылезать. Понятно? Он всего лишь ребенок.
отдаленный склон. Французские Альпы. Двенадцать лет спустя. Любопытно. Простите? Статуэтка весьма любопытная. Что в ней любопытного? Так вы ставите диагнозы. Ответ указывает, тянет ли их к самоубийству. Вас тянет к самоубийству? Нет. По крайней мере, сейчас. Так почему вы выбрали ее? Это подарок. Подарок? От кого? От пациента. Вам можно принимать подарки? Нет, но я сочла статуэтку интересной, вот и приняла. Теперь она здесь. И впрямь. Это битва Геркулеса со злом. В нем можно увидеть что угодно. Страх, депрессию, гнев и силу самого Геркулеса. Получается, я зло? Нет, я такого не говорила. Мне пора. Минутку. Возьмите. Дневник? Зачем? Считайте это эдакой тренировкой. Записывайте мысли, рисуйте. Мне все равно. Что-нибудь перед следующей встречей. Ну, не знаю. Попробуйте. Пожалуйста. Thank you.
Красота. Стэнли, как всегда подкрадываешься. Прости. Ты посмотри. Вот, держи. Спасибо, сынок. Все. Вставай. Я старею. Даже встать не могу без одышки. Ты не старая. Ну да. Прошу, сыграй. Уже не смогу, устала. Чем занимался? Да ничем. Покатался, потом продукты купил. Опять забрался на эту дурацкую гору, прям как отец. Я каждое утро катаюсь. Прекрати. Да, и однажды при очередном полете на безумной скорости ты упадешь. Отдаленный склон небезопасен. Катался бы на курорте, как все остальные. Познакомился бы с кем. Ты уже давно приехал, а друзей так и не нашел. Не нашел, потому что сам избрал такую жизнь. Ясно. Ладно, Стэнли, ничего. Правда? О чем задумался? Ни о чем. Лучше выговори, Стэнли, иначе ведь опять расстроишься. Мне все кажется... Нет. Проехали. Пойду готовить ужин. Северная Ирландия. Где Рубен? Вон сидит. Но я бы не приставала. Он не в духе. Да, я тоже. Что, по-вашему, лучше? Поговорить как мужчины? Или вести себя как дети, рискуя невинными людьми? Мы что, недостаточно страдали? Все мы теряли что-то, что нам дорого. Любимых людей. Важно то, как мы с этим справляемся. Не ради себя, так хоть ради родных. Друзья, эпоха оружия подошла к концу. Налей-ка мне еще. Ниф? Логан, не сейчас. А что, нельзя поздороваться с другом? Мы не друзья. Но я бы тебя трахнул. Отвали ты, Логан! Привет. Чего пришла? Да вот, к Рубену. К Рубену? И зачем он тебе? Тебя не касается. Правда? Значит, я недостоин этой информации? Итан, пожалуйста, не доставай. Почему? Я думал, мы всем делимся. Да. Так нельзя. Я плохо объяснил. Вам повторить? Рубен, есть разговор. Спокойно, Ниф. Потом поговорим. Думаю, лучше сейчас. Вы нас не оставите? Чего хотела? И давно ты знал? Знал о чем? Не строй тут дурака. За мной. Полегче. Полегче? Полегче? С чего ты решила, что можешь вот так влетать в мой бар и устраивать? И устраивать перед всеми истерику. Будто девочка, раскидывающая игрушки. Мы вообще-то обсуждали серьезные дела, понимаешь? Ты болтал о том, как должны вести себя мужики. Господи боже, Ниф. Почему ты не сказал? Откуда узнала? Опять от Розалин? Так и не умеет держать язык за зубами. Скажи, почему? Мне правда жаль. Ладно, просто расскажи, что я хочу знать, и я уйду. Ответь, зачем? Тогда и скажу. Я хочу знать. Вот и все. Понимаешь, вот твоя ошибка. Важно совсем не то, чего ты хочешь в жизни, а что тебе нужно. Жди здесь.
Тебе это нужно? И давно это у тебя? Довольно-таки. Послушай, я скрыл информацию, потому что хотел сам что-то сделать. Когда ты была еще маленькой и не понимала. И не сделал только из-за своей семьи. Не хотел ее терять. В этом и разница. У тебя есть семья, а меня ее лишили. Я считаю тебя семьей. Ты же понимаешь. Да. Помню, взял тебя, держал на руках и видел, что твое сердце разбито. Прошло время, и оно зажило. Я не хочу, чтобы ты снова стала той грустной девочкой, особенно проделав такой путь. Надеюсь, ты обретешь желаемое. Нив. Нив, постой. Нив. Да подожди ты секунду. Все хорошо? Да. Полный порядок, а что? А что? Ты выглядела расстроенной, когда пришла к Рубану. О чем ты с ним говорила? Сказала же, тебя не касается. Касается. То есть? Мне стоит знать, если ты снова себя калечишь. Ты должна обсуждать со мной такие важные вещи. С чего ты решил, что тебя это касается? Я же твой парень. Итан, мы постоянно это обсуждаем. Для меня ты как брат. Слушай, я кое-что тебе купил. Что? Был в городе, ходил по рынку, увидел его и подумал о тебе. Нравится? Очень, но принять не могу. Нив, я не могу подарить его никому другому. Он твой. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, у тебя явно стресс, и думаю, тебе не помешало бы с кем-нибудь обо всем поговорить. Я вот сразу рассказал тебе о своих приемных родителях. Я не хочу это обсуждать. Так не получится. Мне пора. Да подожди, пожалуйста. Давай поговорим. Что у тебя за тайны? Ладно. Вечно бежишь от правды. Трусиха. Бред какой-то. Что именно? Что если ты ошибся, нужно перестать себя гнобить и просто забыть обо всем. Но что если наши решения причинили боль другим людям? Вы навредили кому-то своим поступком? Ну вот, снова отвечаете вопросом на вопрос. Это психологический сеанс или допрос? Жаль, что вам так кажется. Вы не можете просто помочь мне, чтобы я купил вам сраный подарок и охренительно зажил. Простите. Я не хотел вам грубить. Ничего. Как прошла неделя? Нормально. Соврал. Дерьмово. Вы вели дневник, как я просила? Нет. Почему? Это глупо. Все ваши записи конфиденциальны. Никто их не прочтет, даже я. Тогда какой смысл? Такой вот способ самовыражения. Помогает вам разгрузить голову. Я не знаю, с чего начать. Пишите. Оно само пойдет. Самовыражаться полезно для здоровья. А держать эмоции в себе вредно. Вас беспокоит то, что было на службе, верно? Стэнли. Стэнли. Прошу, сядьте. Мне жаль, Бернадет. Вы стараетесь, но, как и другие психологи, не можете помочь.
Стэнли, это ты? Да. Как прошел день? Отлично. Все хорошо. Слушай, я устал. Лягу сегодня пораньше. Ладно. Точно все нормально? Конечно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Приехала. Да, красиво. Горы больше, чем я ожидала. Да, конечно. Вот твой шанс. За дело. Рубен? Итан, чем могу помочь? Хотел кое-что у вас попросить. Присаживайся. Спасибо. Чего хотел? Нив уехала. Куда, не знаю. И это сводит меня с ума. Скажу лишь, что уже через несколько недель она вернется. Бояться нечего. Так вы знаете, где она? Ты не переживай. С ней все хорошо. Скажите мне, где она? Я не могу сказать, где она. Ты иди домой, отдыхай. Просто скажите, где она. Слушай. Ты начинаешь выводить меня из себя. Успокойся. Ни хрена. Нив моя девушка, и я имею право знать, где она. У вас, Нив, ничего нет. Слушай, дам тебе дружеский совет. Женщины — странные существа. У них это в ДНК записано. Иногда с ними хорошо. Иногда очень хорошо. А иногда с ними плохо. И давай серьезно. Ты во френд-зоне.
Там, где женщина будет держать тебя до победного конца. На твоем месте я бы сохранил лицо и забыл ее. Так, хватит уже. Не надо из себя папашу строить, Рубен. Ты меня не знаешь. Ты притормози. Притормозить не помешало бы тебе. Мне до смерти надоело получать всякие указания от старых, напыщенных козлов вроде тебя. Ты сам недостоин уважения, а я еще сделал все, чтобы заслужить твое. Не повышай голос. Заткнись. Какого хрена? Заткни свое хлебало. Вы не боитесь пожалеть? Мы прекрасно знаем, что делаем, Рубен, и я не шучу. Говори, где она, или я тебе горло перережу. Ни хрена ты не сделаешь. Рубен, да скажи ты ему. Скажи, где она, Рубен. Нет? Не хочешь говорить? Ладно, знаешь, ты прав. Может, я тебя и не порежу, но Логан... Боюсь, Логан убьет твою барменшу. Ты больше не жилец. Если ты и правда так умен, как думают все твои прихвостни, то скажешь мне, куда она уехала. Привет. Удалось сегодня покататься? Нет. Купить тебе выпить? У меня уже есть. Еще будешь? Нет. Я тебя не раскусил, но все впереди. Ты вообще о чем? Тут нечего делать, только кататься и пить. Вот я и пью. Ты для этого не нужен. Друзья лишними не будут. Я кое-кого ищу. Кого? Вряд ли ты его знаешь. Он не стал бы связываться с таким инструктором. Что ж, я инструктор и таксист для туристов в одном флаконе, так что знаю многих. Помню имена и лица. Ой, да прям. Ты скажи мне его имя, а там посмотрим. Меня тут хорошо знают. Давай, я тебя угощу и попробую помочь. Ладно. Супер. Я знаю всех на этих склонах, так что ты прямо по адресу. Два егермейстера и две текилы. Так откуда, говоришь ты, из Северной Ирландии? Я не говорила. Белфаст. За Белфаст. И? За дружбу. Повтори. Итак, кого ты здесь ищешь? Говорю же, ты вряд ли его знаешь. Давай так, если назовешь имя, а я его знать не буду, то клянусь, угощаю тебя весь вечер. Ладно, я согласна. Его зовут Стэнли Винтерс. Как? Стэнли Винтерс. Да, я так и думала. Постой, постой. Нет. Ничего, наверное, неправильно сказали. Я знаю Стэнли Винтерса. Только вот, зачем он тебе? Дальний родственник. Где его найти? Где живет, не знаю, но катается чаще всего по Шемендур. Никто там не катается. Там постоянно лавины.
Я уж думала, здесь никого. Меня зовут Ниф. Славное местечко. Вдали от цивилизации. Класс. Да. Вы будто напуганы. Торопитесь? Да. У меня встреча. Постойте, минуту. Подождите. Все нормально? Сами не видите? Нога. Переведите дух. Камеру разбила. Идти можете? Кажется. Лучше не лезть в одиночку. Опасная гора. Я не виновата. Если бы вы так быстро от меня не уехали, я бы не упала. Ну да, ладно. Давайте помогу. Что вы делаете? Я вас понесу. Ну да, еще чего. Есть идеи получше? Мой дом у подножья горы. Давайте. Встаем. Я сейчас. Приложите. Может, мне снять ботинки? Нет. Нет, не надо. Так вы военный? Служил очень давно. Насколько давно? Стэнли, это ты? Да, мама. Думала, ты с кем-то говоришь. Что, опять сам с собой? Нет, со мной.
Простите, вы меня напугали. Не хотела вам мешать. Не знала, что у тебя гости, Стэнли. Она упала на склоне. Она у нас ненадолго. Упала? Вы целы? Ногу ушибла. Болит сильно? Немного отекла. Дай-ка ей что-нибудь приложить. Уже дал. Хорошо. Господи, зачем вы туда забрались? На той горе очень опасно. Знаю. Хотела сделать фотографии. Там так спокойно. Да, и помнится мне красиво. Я не всегда была слепой. Раньше сама каталась. Как ваше колено? Может, вызвать такси? Такси? Но вы только пришли. Давайте налью вам чаю или кофе, или... Болтовня за кофе — это, конечно, прекрасно, но уверен, что у вас и других дел полно. Глупости, Стэнли. Останьтесь и перекусите. Простите, не расслышала ваше имя. Я Ниф. А я Мэри. Есть хотите? Немного. Мама. Так что насчет ужина? У нас редко бывают гости. Я бы хотела, чтобы вы остались. Что думаете? Если я вам не помешаю. Да что вы. Тогда решено. Да, все равно, какая разница? Нив, вы меня ужасно напугали. Так часто бывает. Простите. Можете подойти на секунду? Будьте добры, помогите мне выбрать платье. Что? Нужно нарядиться. Повторюсь, у нас редко бывают гости. Это особый случай. Потрясающий цвет. Принесите. Красный шелк. Красное платье. Откуда знаете? Я никогда не смогу его забыть. 85-й надела в последний раз. Мы танцевали. Мы с мужем на годовщине свадьбы. На меня оно уже не налезет. Может, вы примерите? Не могу. Но вам очень пойдет. Оно красивое, но у меня нет обуви. Туфли. Посмотрите-ка в шкафу, там должны стоять коробки. Поищите там черную пару. Классная камера. У моего папы была такая же. Ах, это древность. Уже 100 лет не доставала. Полароид. Еще работает? Не знаю, наверное.
Вы любите снимать, забирайте себе. А то у меня лежит, пыль собирает. Спасибо. Приятно поговорить с другой женщиной. Спасибо, что разрешили остаться. Я должна вас благодарить. С вами и Стэнли будет лучше. Стэнли? Прекрасно выглядишь, мама. Смотри на лестницу. Принесли мои вещи. И еще одна. Что такое зеленая, 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 красная, зеленая, красная, красная, красная? Не знаю. Лягушка в блендере. Ужас какой. Не очень добрая шутка. Но Джордж такие очень любил. Я просила прекратить, а он их постоянно рассказывал. И давно вы здесь живете? Уже почти 5 лет после аварии. Как быстро летит время. Тут красиво, но заняться почти нечем. Мы сюда приезжали с маленьким Стэнли. Это был наш второй дом. Его отец любил лыжи. И вот мы решили наконец вернуться. Еще тут тихо. Вокруг не так много людей. Стэнли не любит сборища, как видите. Да, но тут вы в изоляции. Не страшно сидеть тут в одиночестве? А если что случится? Она не одна. Мы друг другу помогаем. Я не об этом. Нив сказала, что она из Белфаста. Ты же там служил, Стэнли. Говорят, там очень красиво. Так и есть. А у вас большая семья, Нив? Если честно, никого не осталось. Очень жаль. И зачем вы приехали? Захотела отдохнуть от своего парня. Нам нужен был перерыв, и я решила, что можно все обдумать в Альпах. Да, отношения штука серьезная. Иногда бывает трудно. Часто хочется взять и сбежать. Я не убегаю. Просто взяла перерыв. А похоже, что убегаете. Стэн. Нет. Он в чем-то прав. Мне нужно побыть одной. Нив, вы не принесете тот фотоаппарат из шкафа? Да, конечно, Мэри. Порадуйте старушку. Обязательно это делать? Стэнли, молодая девушка совсем одна в чужой стране. Явно многое пережила. Как и все мы. Почему ты так враждебно настроен? Я просто не готов ни с кем дружить. У меня в голове бардак. Хотя бы попробуй.
Такой радостный вечер. Не нужно искать во всем смысл. Принесла. Чудесно. Давайте покажу. Где ты, Стэнли? Здесь. Вот ты где. Готовы? Стойте, вы должны встать с нами. На нем нет автоматической съемки, он слишком старый. Нет, нет, снимите нас с вытянутой руки. Ладно. Итак, улыбаемся. Вот и все. Дадите мне. Пока не проявилась. Вот куда ее поставим. Как вышли? Идеально. Да. Точно. Поведешь, сынок? Это был особенный день. Жаль, что твоего отца нет рядом. Мне тоже. Я знаю, как тяжело тебе тратить все время на меня, ведь у тебя есть и своя жизнь. Но ты должен знать, что не было ни секунды, чтобы я не была благодарна. И если бы я могла выбрать что-то, что смогу увидеть вновь, хоть раз, я бы выбрала твое лицо, мой сынок, мой славный мальчик. Но я забылась. Ты должен танцевать с милой Нив. Даже не знаю. А я и не спрашивала. Нет, 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 мама, это не лучшая идея. Стэнли. Мама, нет. Я больше не танцую. Ладно. Я помою посуду. Мама. Если хочешь грубить нашей гости, пожалуйста. Давай я помою. Нет. Ты всегда моешь. Теперь пришла моя очередь. Не надо. Прошу, не стоит. Мне очень жаль. Не страшно. Что? Ничего. Серьезно, в чем дело? Запястье. Не понимаю, к чему вы клоните. Если захотите поговорить... У всех свои демоны. Важно, как мы справляемся. Что, хотите быть героем? Решили спасти даму из беды? Запястья такие, потому что я пыталась покончить с собой, и даже не раз. Иногда мысли о смерти меня успокаивают. Но я живу, потому что сердце кое-чего хочет. Тише. Успокойтесь. Чего вы хотите? Я не просто хочу. Мне это нужно.
Мне... Мама? Мам, в чем дело? Мам, все хорошо? Я устала, Стэнли. День был долгим, я тебя уложу. Нет, я устала быть старой и одинокой. Мам, у тебя кровь. Покажи. Я сама. Мне не нужна помощь. Мам, нет. Хватит, я сам домою. Нет. Я должна это сделать. А ты найди кого-нибудь, с кем будешь жить. Со мной тебе жизни нет. Но я хочу быть здесь. Здесь, рядом с тобой. Ты хороший мальчик. Знаю, тебе его не хватает. Спокойной ночи. Ты с ней ласков. Я не хотела, просто... Это... мило. Поспите здесь. Конечно. Без проблем, спасибо. И спасибо, что пустили. Не представляю, что бы я без вас делала. Пожалуйста. С утра покажу, как добраться до города. Знаете, правда... Было очень приятно познакомиться. Кажется, вы хотели что-то сказать. Что именно? Да ничего. Уверены? Да, честно, ерунда. Доброй ночи. И вам. Простите, что в тот раз сбежал. Ничего. Вы с парами работаете? А к чему вопрос? Это диван. Место на двоих. Да, работаю. Проблема в браке. Работа, стресс. Секс. И не только это. Интересные случаи. Я не могу это обсуждать. Безусловно. Я писал в дневнике. Чудно.
И что скажете? Занимательно. Я осознал, как сильно я надломлен. Это интересное наблюдение. Нет, правда. Ну, мне пора. Давайте встретимся завтра утром, если можете. Да, мы встречаемся раз в неделю, но, думаю, будет полезно продолжить, раз виден прогресс. Отлично. До встречи. До завтра. Ниф, стой! Ниф, да остановись ты, наконец! Мы приехали помочь. Мне не нужна твоя помощь! И нафига ты этого притащил? Это кому она дерзит? Постой, почему ты не сказала, что уезжаешь? Это не твое дело. Не мое дело. Это все мое дело, Ниф. У тебя другой? Как же ты меня бесишь. Давай все обсудим. Как в Белфасте, когда я изливал тебе душу. Ведь все пары так и делают. Мы не пара. И чем раньше это до тебя дойдет, тем лучше нам будет. Так, значит. Я тут приехал, а ты вот что говоришь. Ладно. Тогда ты выбирай. Он или я. Если вернешься, Ниф, если вернешься к своим, я прощу тебе все это дерьмо. Но выберешь его, и я никогда с тобой не заговорю. Не трогай, просто скажи, чего хочешь. Не могу, Итан. Ты хорошо все обдумала? Ладно, тогда верни мне браслет, Ниф. Верни браслет, Ниф. Хватит, много позволяешь этой стерве. Не трогай ее, отойди. У нас был другой уговор. Мне наплевать, не трогай ее, пусть гниет здесь. Не хочу тебя больше видеть. Ты поняла? Я вопрос тебе задал! Поняла. Стэн, как жизнь? Неплохо. Как сам? Да, нормально. Мой заказ пришел? Да, на месте. Доставка стоит целое состояние. Ладно.
Спасибо, Джим. А, кстати, она тебя нашла? Племянница твоя. Племянница? Да, симпатичная, с темными волосами. Спрашивала о тебе 3 дня назад. Нет, ты меня с кем-то спутал. Возможно, да. Обознался, извини. Пока. Бывай. Ну и холодрыга. Вот ты, совсем больной. Тащился сюда, чтобы на нее покричать. Даже подзатыльник не отвесил. Стыдно должно быть. Мы чё, вот так уедем? А что я сделаю, Логан? Сам как думаешь? Завалить бы стерву? Хорош. Без шуток. Она оскорбила тебя, оскорбила нашу культуру, связавшись с таким мужиком. Долбаным англичанином. Да может и нет. Точно. Я чую. Да глуши ты эту тачку. В общем, план такой. Мы разделимся. Один уберет англичанина, а второй войдет в дом и заберет эту дрянь. А если она не захочет уезжать? Ты с ума сошел. Ты притащил меня в поганую Францию, чтобы я все за тебя сделал. Я тебя не тащил. И какой ты мужик? Баба обращается с тобой как с половой тряпкой. Этого я и не понимаю. Когда мы познакомились, она была такой любезной, слушала меня, по-настоящему слушала. Я рассказал ей, как в 91-м умер папа. Она меня обняла и сказала: «Итан, я понимаю». И с тех пор я знал, что это судьба. Точнее, думал, что это судьба. Чертовски обидно, но с ней пора кончать. Мы уже здесь. Доведем дело до конца. Если ты не станешь, то я сам. Ладно, ладно, постой. Хорошо. Все это время они лежали здесь? Да. И на границе? Нас могли поймать. Там проверяют только черных и мусульман. Это бред, ты и сам знаешь. А что? Было бы лучше их в очко запихать? Нет, но тебе бы понравилось. Как и твоей мамочке. Ну что, берешь дом или холм? Дом. Она там. Так что дом мой. Хорошо подумал. Очень даже.
пошло оно. Чего ты ждешь? Откуда это у тебя? Как узнал, где я живу? Если думаешь, что расскажу, то ты тупее, чем я ожидал. Чем ожидал? Ты меня не знаешь, пацан. Теперь скажи, почему хочешь меня убить? Просто так. Иногда я вытворяю что-то эдакое, потому что мне приятно портить людям жизни. Именно за этим я и приехал в эти вонючие горы. Да пошел ты! Нив. Нив. Даю последний шанс. И надейся, что ответ меня устроит. Ты за меня не переживай. Пока ты здесь, мой друг веселится с твоей матушкой и той стервой. Твою ж... Нив! 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 Нив!
Нив! Нив, помоги мне! Прошу. Ты только не прячься от меня. Нив. Я знаю, что ты тут. Я оказался в таком мраке, Нив. Мне было так стыдно. Знаешь, ты позоришь меня при каждой встрече. Я уже нифига не понимаю. Я знаю, что мы ценим друг друга. Хотя по тебе этого не скажешь. Согласись. У нас же что-то было. Что-то светлое. То, чего не было ни у кого в мире. Мы любили друг друга. Именно поэтому мне так обидно, Нив. Но ты очень, очень неверная девушка. Прости. Мне правда жаль. Мама! Мама! Нет! 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 Ублюдок сраный. Чего тебе нужно? Говори! Живо говори! Хватит! Ну же! Давай! Живо говори! Хватит! Говори! Говори! Ты довольна? Это тебе было нужно? Это...
Что ты наделал? Не буду мешать. Садись. Спасибо. Даже не помню, когда говорил, что люблю ее. Она знала. Правда? Вот что терзает меня. Она умерла в темноте. Одна. Эта пуля должна была достаться мне, а не ей. Ты не знаешь, что я заслуживаю за то, что сделал. Что ты сделал? Кто ты такая? В каком смысле? Не придуривайся. Ты знаешь, кто я. Разве?
После всего ужаса ты не позвонила в полицию, не пыталась бежать. Значит, ты либо сильная, либо не удивилась. Если не удивилась, то знала, что такое возможно. Выходит, ты либо работаешь с ними, либо они пришли за тобой. С меня достаточно. Джим из бара сказал, что ты меня искала. Неправда. Зачем? Не ври мне. Скажи правду. Я не знаю. Говори. Ты нашла то, что искала? Это я? Давно ты меня искала? Стэнли, мне больно. Я не знаю, о чем ты. Все ты знаешь. И все время знала. Сидела за столом моей матери и врала нам в лицо. А она тебя приняла. Позвала к нам. А что взамен? Мне пришлось закапывать ее холодное мертвое тело. За что? Ты убил моего брата! Что? Я не хотела, чтобы так вышло. Они пришли за мной, потому что я шла за тобой. Можешь винить меня в смерти матери, но ты отнял у меня все! Сколько невинных маленьких мальчиков ты убил? Всю жизнь я представляла этот момент. Что я с тобой сделаю? Прошу, пристрели меня. Пожалуйста, молю. Мой брат был всего лишь невинным ребенком. Да, прошу, убей меня. Давай, стреляй. Решение принимал мой отец, а не брат. Пристрели же меня. Всю жизнь я думала, что убью тебя, и все изменится, станет легче. Но теперь я знаю, что мне нужно. Простить тебя. Привет, оставьте сообщение. Мы ответим, как сможем. Алло, Стэнли, это Бернадет. Перезвоните, когда получите сообщение. Не знаю, может, вы забыли, но мы договорились о встрече, и обычно вы приходите. Я за вас переживаю, так что позвоните, как сможете. Спасибо. Прости меня. Все неправильно. В этой яме должен лежать я, а не ты. Я всегда считал жизнь жестокой и непредсказуемой. Это меня ранило. Мешало мне. Теперь я знаю, что такова природа жизни. Ты была права. Я попробую. Буду жить.
Режиссер Гленн Кёрби. Авторы сценария Гленн Кёрби и Стив Троттер. Продюсеры Стив Троттер, Гленн Кёрби и Энтони Мидли. Исполнительный продюсер Дэвид Фрейзер Харрис. В главных ролях Генри Даутвейт, Лара Лемон, Ивон О'Грейди и другие. Safe. God is not awake.